Астана может стать дипломатическим хабом евразийского континента. Такая идея прозвучала в интервью президента Казахстана французской ежедневной газете «Фигаро». Журналист Рено Жерар, которого глава нашего государства принял в Акорде, начал свой материал с краткой биографии Нурсултана Назарбаева, подчеркнув, что в первые годы своей трудовой деятельности президент был рабочим металлургом, а политическую карьеру как главы независимого Казахстана начинал с политически важного решения – отказа от четвертого в мире ядерного арсенала. В интервью также была затронута посредническая роль Нурсултана Назарбаева в организации Минской встречи Владимира Путина, Петра Порошенко и лидеров Евросоюза по ситуации на Украине. Прозвучало мнение Нурсултана Назарбаева относительно ситуации в Сирии. Главная идея позиции президента в том, что разрушение основ государства и его суверенитета силами извне не приведет к позитивным переменам и возвратится бумерангом.